Так, дубль 100-500. Всех приветствую, друзья, с вами Джокер. Вы на моем канале Джокер Кипиш, игра у нас Clash of Kings. Итак, друзья, у нас продолжаются события в игре Рамадана и Пасхи. Еще раз, ребят, всех поздравляю с данными событиями. Сегодня получилось у нас обновление в игре новое. Добавили ежедневную активность барабанщика Ид Аль-Фитр. Что это за событие, ребят? Видите, вот эти мешки. У вас будет одна попытка в день нажать на сюда внизу, вот где написано сейчас перейти и пожертвовать. Вы просто нажимаете и получаете книжки популярности зеленые. Я получил сегодня 3000. Нажимаем на знак восклицания. Данное событие будет проходить до 25 числа этого месяца. Вот здесь все написано. Что вы получите? Получите в 50 раз больше бонуса при обретении популярности пожертвований. Получите 50 раз больше бонуса при обретении популярности действий. Короче, ну перевод не очень хороший. Получите в 50 раз больше лимита популярности и пожертвований. И в 50 раз больше лимита популярности действий. Что это, ребят, такое? Короче, у нас есть популярность, лимит вложений и количество очков. Вот оно у нас здесь отслеживается каждый день. Вот здесь у нас вверху. Суть данного события то, что, видите, у меня было 35 тысяч, а осталось сейчас 335 тысяч. Вот. И, короче, при пожертвовании. И здесь надо всего лишь пожертвовать 3300 очков. Представляете? Вот данных вот книжек. И вам хватит вообще, ну, практически на все. Это говорит о том, что любой из вас сейчас может качнуть все свои эти популярности в течение данного события. Полностью все цивилизации закроете и получите, ну, проценты на всех видах войск максимально. Это пригодится. И я очень надеюсь, что нам изменят приключения цивилизации, за золото сделают, чтобы вот смена 1000 стоит всего лишь. Чтобы, ребят, это произошло, вам нужно обязательно ставить лайки моим роликам, подписываться на мой канал и как больше расшаривать данное видео, чтобы больше людей увидело и также китайские разработчики нас услышали. Чтобы не пришлось покупать по доллару, а все можно было сделать бесплатно. Ну, ребят, это же говорит о том, что, скорее всего, скоро появится новая цивилизация. Ну, хотя бы мы сможем данные быстро закрыть. Тут плюсом они обновили награды. Здесь, как и были, остались старые награды. Цена данного события – это 6 долларов. Здесь цена события. Я тоже выкупил, качнул одну науку – 15 долларов. И здесь 15 долларов. Также изменили награды, добавили тайный том «Вечной ночи». Хорошо ли? Это очень, ребят, хорошо. Нужны ли нам кристаллы? Лично мне нет, но у нас в игре очень много начинающих игроков, которым все это дело нужно. Поэтому их до сих пор сюда вставляют. Я понимаю, что вас они уже раздражают, как и меня, но не надо забывать, что у нас еще очень много новеньких игроков. Так, кстати, ребят, у меня вы можете приобрести любые пакеты. Так что обращайтесь, пишите в личку, либо в Telegram, WhatsApp. Можно купить любой донат дешевле, чем у вас. Так. Данные здесь награды собираются. И неплохо так капают. Сейчас посмотрим, сколько тут в общей сумме. Обзор наград. Так, суть судьбы. 152 тысячи, 76 и 76. Здесь у нас добавили 1500, 3000, 1500, 6000 книги «Вечной ночи» и немалое количество книги популярности. Короче, ребят, пока данное событие идет, вообще с нуля даже с самого любой игрок сможет закрыть полностью все цивилизации. Поэтому развивайтесь. Даже здесь без доната не обязательно это дело покупать. Просто как бы меньше будет у вас популярности, но в целом тоже закроете, я думаю. Одну-две на славу точно сможете закрыть. Так, что еще, ребят, у нас новенького? Открыли море, ребят. Снова открыли море. Можно заходить, воевать. Также, к сожалению, ребят, прекратилось данное событие. У кого остались еще полумесяц, обязательно закупайте этот случайный сундук легенды сок Пасхи 5.8. Качайте себе базовое здоровье. Обязательно. Я уже все отсюда не смог все выкупить. Забрал на свое усмотрение самое ценное. Это камни перековки, камни продвижения, бафы атаки, защиты. Ну, я не сборщик, мне это не актуально. Кристаллы неба.
Так, безумно альбит. Вот не успел кирку одну забрать. Это забрал, это забрал. Тут ничего не забрал. Вот как-то так, друзья. Очень жаль, я что-то провтыкал, думал, что еще 6 дней будет, к сожалению, нет. Поэтому у кого остались, тратьте, ребят, с умом. В принципе, больше ничего у нас нет. Идет у нас событие «Самый сильный лорд». Выполняйте, не забывайте по будильнику, ребят. Обязательно и развивайтесь. Скоро, ребят, перелеты, кстати. Не забывайте обязательно. У нас в команду ведется набор. Ищем активных игроков, прям именно активных, чтобы играли на все события КВК. Так, что там у нас еще? Море и руины. Сейчас руины очень важно. Будем воевать вместе с вами. У нас еще, ну, как минимум 20 человек имеется место. Так что пишите обязательно в WhatsApp. Будем общаться. И я думаю, у вас есть огромные шансы вступить в наши ряды и воевать вместе с нами. На этом, друзья, все. С вами был Джокер. Всем удачи. Пока.